Выпад – еще одно упражнение, которое нужно включить в свое занятие уже сегодня. Недаром это одно из самых популярных упражнений в мире. Выпады отлично прорабатывают мышцы ног и ягодиц. В этом видео мы расскажем вам все о том, как научиться делать выпады, а также поделимся целой тренировкой, в основе которой это простое движение. На канал не забудьте подписаться! Правильная техника. С первого взгляда может показаться, что выпад – это легкое упражнение, но при неправильном выполнении этого упражнения может нанести вред коленям. Начните отработку упражнения перед зеркалом. Стойте прямо, ноги на ширине бедер, лопатки сведены, руки вдоль тела, взгляд вперед. На вдохе сделайте шаг вперед правой ногой, корпус держите прямо, не заваливайтесь в сторону. Чуть больше перенесите вес тела на стоящую впереди ногу. Проверьте себя в зеркале. Бедро правой ноги должно быть параллельно полу, а левое колено чуть не касаться пола. Поднимайтесь с упором на пятку впереди стоящей ноги. Не отклоняйтесь и не помогайте себе второй ногой. Вернитесь в исходное положение. Именно при такой технике выполнения упражнения в работу включаются мышцы задней поверхности бедра и ягодиц. Ставь лайк, если хочешь красивые ягодицы и ножки. Чем больше лайков, тем быстрее они вырастут. Обратные выпады с гантелями. Если вы уже некоторое время делаете выпады, вы можете усложнить упражнение. При обратном выпаде шаг нужно делать не вперед, а назад. При этом можно еще более повысить трудность упражнения, взяв в руки гантели. Техника упражнения остается стандартной. Гантели рекомендуется брать весом в 2,5-7 кг, в зависимости от вашей физической подготовки. Ну что, уже умеете делать выпады? Напишите в комментариях. Выпады в ходьбе. Самый веселый вариант упражнений. Это прекрасное упражнение для скульптурирования ног, так как вам приходится делать бесчисленное количество повторов и сетов. Существует два варианта этого упражнения. Первое. После каждого выпада вы приставляете опорную ногу к рабочей, либо делаете шаг вперед, но уже опорной ногой. Второй вариант. Без перерыва на отдых делайте серию выпадов по 10 шагов в одну сторону, затем развернувшись в обратную. Выпады с подъемом колена. Самый сложный вариант выпадов, но в то же время именно это упражнение способно в короткие сроки подтянуть мышцы ног. Техника выполнения. Примите положение выпада. Опорная нога распрямлена и стоит на полу на носке. Распрямитесь силой мышц рабочей ноги, но опорную ногу не ставьте на пол. Совершите ей широкое маховое движение, высоко задирая колено. Если вы хотите иметь красивую форму ягодиц, но не любите приседания, выпады – ваше спасение. Они прекрасно прокачивают заднюю и внутреннюю поверхность бедер и ягодиц. Удачных тренировок! Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк. До скорого!